6 придет сантехник. Привет, пап. Я на маникюр. Ногти как из места, откуда ноги растут. Что за место? Попец. Да, 2 булочки. То, чем ездишь по ковру, когда зудит. Меня зовут Генри. Привет, дружок. А это Оливер. Он крутейший изобретатель. Эксперимент по чтению мозговых волн. Подсоединяю тебя к Индию-6. Оливер? Оливер! Сработало? 2 плюс 2. 4. Замороженная вода. Лед. Почему люди заводят кошек? Они клевые. Нет, они зло. Но ты слышишь мои мысли? Ты говоришь, все собаки понимают всех людей? Да. Bonjour, француз. Шикарно выглядишь, mon chéri. То, над чем вы работаете, позволит человечеству общаться силой мысли. Тренер Рид, Хантер Вильямс, университет Спрингфилда. Есть минутка? Зацени. Переезжаешь? Мы еще ничего не решили. Лучшие друзья всегда будут вместе. Она... Потрясно. Да, и она... заставляет сердце биться чаще. Ты о Пуделихе? О ком же еще? Мы многому можем научиться у Генри. Люди так зациклены на своем будущем, что совсем забывают о настоящем. Мы с мамой любим тебя больше всего на свете. Мы же рассказывали друг другу все, что изменилось. Люди вырастают и забывают о том, что действительно важно. Любовь, семья и полная миска. Какой же ты умный, Генри. Ты должен научить маму с папой думать как собака. Вкусняшка? Или ЗОЖ? По-любому выберешь пиццу. Вкусняшка, ЗОЖ, вкусняшка.